Siamo il futuro e il presente per via di un passato di fame e di sete. Минуточку внимания, хочу послать вам беседу своего канала. Ссылка на нее будет в описании. Здесь мы сможем с вами свободно общаться. Я буду отвечать на ваши вопросы, и вы будете знать обо всем всегда первыми. Поэтому, кто еще не с нами, ссылка на беседу есть в описании. Либо можете написать просто в сообщество моего канала, и вам бот даст ссылку на эту беседу. Все, всем желаю приятного просмотра. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы посмотрим обновление от 8 марта. Мы будем смотреть его не полностью, потому что добавили не так уж много всего. Вы будете смотреть только самое интересное. Это то, что обновили полностью рыбалку, она полностью изменилась, и мы сегодня это все посмотрим и проверим. Но перед этим я хотел бы напомнить, что игра на первом сером Asynchronous Play. Мне Кирилл Путбул, не забывайте вводить мне к регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод. Пишите вместе капсом Кирилл Гейм. Только вы прокачаетесь до 10 уровня, получите 150 тысяч. Мой промокод можно вводить на любом сервере Asynchronous Play. Также поздравляю всех дам с праздником, с 8 марта, если такие имеются. Все, всем приятного просмотра. Ну что ж, я уже посмотрел список обновлений, давайте посмотрим, вообще удочки убрали из 24/7 или нет. Мне вот это самое интересное, потому что добавили новый причал, и там можно покупать удочки, а здесь их убрали или нет. Нет, здесь, кстати, их не убрали, видите, они остались. Удочки остались и наживки. На причале они стоят намного дороже, чем здесь, поэтому я хотел узнать, осталось ли это все здесь или нет. Это все осталось, это уже очень большой плюс, потому что от того, что вы сейчас увидите там, вы просто охренеете насчет цен именно. Ну и в конечно, я еще, пацаны, не смотрел даже. Я просто зашел, посмотрел в группе, получается, скриптера, что добавили, и все. Больше я ничего не смотрел. А вот сейчас своими глазами я это все посмотрю и потестирую, так сказать. Сразу извиняюсь за свой голос, пацаны. Во-первых, у меня сейчас 6 утра, я записываю это видео в 6 утра. Во-вторых, я сильно заболел, у меня очень даже сильно болит горло, поэтому надеюсь, короче, на ваше понимание, пацаны. Короче, вот я прибежал на причал, здесь типа в зоне 8000 рыбы, я не знаю, типа это лимит здесь будет или нет, или это типа вообще без лимита. Так, давайте, я думаю, начнем с рыбалки вообще, что здесь происходит. Вот здесь все изменено, причал сделали больше, мест для рыбалки сделали больше. Также сделали больше парковку, как вы можете заметить. Давайте теперь сходим вот сюда, посмотрим, что у нас здесь происходит. Заходим, здесь получается у нас удочка 10000 стоит, потом удочка другая 70000 стоит, потом еще... Еще другая удочка и наживка 13 тысяч стоит. Вчера 07 цены были совсем другие. Наживка была по 20 тысяч, удочка вторая была по 110 тысяч. Но видите, цены изменили, это хорошо. Их поменьше сделали. Скорее всего, наверное, из 24/7 уберут, получается, удочки, наживки. Но это не точно, пацаны. Когда видос будет, передай привет, плиз. Так, Ваня, приветов, передаю тебе привет. Ну а здесь, получается, можно уже арендовать лодку. На другом чекпоинте вот эту шлюпку можно арендовать. Разные лодки, короче, есть. Но я не знаю, типа, сколько они вмещают вообще. Либо только на этой лодке можно рыбачить. Ну, давайте, я думаю, эту лодку возьмем. Вот такого цвета. Арендовать. Окей. Все, мы ее арендовали. Где она появилась? Я просто не увидел. Так, сюда влазит 200 килограмм рыбы, пацаны. Да, можно в лодку уложить, если что, рыбу. Есть также еще лимит на рыбу, но я не знаю, как он работает, пацаны. Я это вот, честно говоря, не понял вообще. Также здесь есть вот такая вот акула, то очень даже классно. Поэтому, блин, это реально очень прикольно. Эта акула, это просто, если что, объект обычный, поэтому можете не переживать. Как бы вот, ныряем, это обычная акула, обычный объект и все. В ней ничего такого нет, ее чисто, наверное, для вида поставили, и все, что, типа, она здесь есть. Так, давайте попробуем порыбачить вообще, и что у нас получится из этого. По идее, должна будет рыба сейчас, так, на причале только можно. Так, давайте попробуем на причал тогда заехать. Так, давайте попробуем фиш теперь прописать. А, да, здесь можно, короче. Сейчас я пробую поймать рыбу, и уже тогда продолжим. Санта Банморов, тебе привет передаю. Илья Путбуль, передаю тебе привет. Короче, кто себя сейчас здесь видит, тем всем передаю привет. Так, давайте ловим, короче, рыбу. Она почему-то в лодку ни хера не ложится вообще никаким образом. Я не понял, как это вообще делается. Ну ладно. Как в нее уложить рыбу, я, пацаны, честно не понял. Написано, типа, что вы будете рвачить, она, по идее, сама должна ложиться. Дмитрий, Владимир, тебе приду тоже привет. Фух, так, я не знаю, что делать, пацаны, как сюда рыбу ложить. Видите, ни у кого она не ложится, в принципе, эта рыба. Короче, пацаны, никто не знает, как ложить в лодку рыбу. Скорее всего, возможно, это пока что не работает. В будущем, наверное, это будет работать, потому что, видите, все рыбачат на лодках, ну, много людей. И
и ни у кого рыба в лодку не ложится, поэтому, скорее всего, это пока что не работает. Также изменили точку продажи рыбы, поэтому мы тоже это все сегодня посмотрим. Но так внешне то, что пирс вот такой вот сделали новый, здесь реально теперь больше места, теперь можно будет спокойно рыбачить, не ждать, пока кто-то встанет, чтобы пройти и так далее, это очень круто. Также вот такой вот рыболовский домик добавили, ну и парковку больше сделали, реально очень даже все круто. Так, пацаны, я зашел там в группу скриптера, уже подробно все еще раз прочитал, и я так понял, что добавили еще одну продажу, это в порту, типа скупщик нелегальный. Но я так и не понял, типа это с лодки можно продавать, либо вообще можно продавать рыбу там. На рынке тоже можно продавать рыбу, я вон у пацанов спрашивал, поэтому пишем GPS, короче, нелегальные организации, и здесь есть вот портовой скупщик, и мы направляемся, короче, именно туда. Как я доеду, мы уже, в принципе, продолжим. Ну что ж, я доехал уже сюда, получается. Вот этот портовой скупщик вот здесь находится. Здесь вот такой причал сделали. И здесь, я так понял, можно продавать рыбу каким-то образом. Каким, я, честно говоря, еще не знаю, потому что чекпоинта почему-то здесь нету. Либо его здесь не должно быть. Просто не понимаю, что из этого сейчас работает, из обновления, что не работает. Как бы это немножко непонятно. Я не знаю, как здесь рыбу продавать, но, скорее всего, здесь можно будет продавать рыбу. Как видели, типа, рыба в лодку не ловится, поэтому, наверное, пока что здесь продать нельзя, но в скором времени, скорее всего, это все будет также работать. Давайте расскажу, что мне вообще понравилось, что не понравилось. То, что сделали больше парковку, понравилось, очень классно, это нужно было сделать. То, что увеличили пирс и изменили его, тоже классно, это тоже нужно было сделать, теперь более атмосферно все смотрится и больше места для рыбалки. То, что добавили магазинчик, где удочки и наживки дороже, это на самом деле минус. Если в 24/7 также оставят удочки и наживки, то это будет очень даже круто. Тогда претензий нету. А если из 24/7 уберут удочки, наживки и нужно будет покупать только на причале, то это будет как-то дороговато сильно, мне кажется, потому что и так недешево. Так раньше рыжики могли рыбачить, а если уберут типа из 24/7, то не каждый рыжик сможет себе позволить там порыбачить, покачать скилл и так далее. Поэтому в целом все очень классно, кроме того, что уберут, возможно, из 24/7 удочки, наживки. Вот это на самом деле плохо, если это сделают. А так в целом все очень даже круто. Надеюсь, вам понравилось это видео. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Ну и всем пока-пока.